Ароматы с невероятной стойкостью, ароматы с потрясающим шлейфом. Расскажи об этих ароматах. Это, наверное, если не самый популярный запрос, то один из самых популярных запросов для создания ролика, который я получаю от своей аудитории. И сегодня будет такой ролик. Когда я собирал вот эту десятку ароматов с потрясающей стойкостью и невероятным шлейфом, я вдруг поймал себя на мысли, что я таких десяток могу из своих ароматов собрать две минимум, а то и три. Поэтому если вдруг вот этот ролик в очередной раз будет иметь большие просмотры, если он будет вам интересен, напишите об этом или выкажите свое отношение к тому, что такие ролики нужны лайком, просмотром. И я запишу еще один такой ролик с другой десяткой ароматов стойких и шлейфовых. Ну а пока сегодняшняя десятка. Усаживайтесь поудобнее, я все время смотрю в сторону этой десятки. Усаживайтесь поудобнее, чай, кофе, все это категорически приветствуется. Я надеюсь, будет интересно. Давайте начнем. Это канал Parfum for Men, меня зовут Алексей. И на этом канале мы говорим о парфюмерии. Ребята, первый аромат с какой-то запредельной стойкостью и с невероятным и красивым шлейфом на данный момент снят. И в такие моменты очень многие ворчат: зачем ты показываешь ароматы, которые уже сняты, где мы их купим? Ну, они еще продаются, их можно найти и в продаже. Во-вторых, у меня есть, кстати, парфюмерная барахолка, можете на нее подписаться, я оставлю ссылки в инфобоксе и в первом закрепленном сообщении. И не так давно вот этот аромат в моей барахолке появлялся, кстати, по не самой запредельно ужасной цене. Это Tom Ford Patchouli Absolute. Этот аромат является одним из жемчужин моей коллекции. Мне посчастливилось его в свое время купить по очень низкой цене, причем в официальной сети. И это случилось благодаря тому, что этот аромат стоял на полке, и у него истек срок реализации. А я дружил с продавцом, который был главным в отделе Tom Ford. Это был... Я люблю эту девушку, ее зовут Юля. Юля, если вдруг вы смотрите, вам большой привет. Я знаю, что вы иногда меня смотрите. А я ее называл амбассадором марки Tom Ford. И мне Юля говорит: Алексей, есть Patchouli Absolute, но у него вышел срок реализации. Если хотите, я вам отдам по самой минимальной цене. И я этот аромат тогда купил. Ребята, это какая-то монструозная стойкость. Он живет на теле. На моем теле вообще горят многие ароматы, сгорают очень быстро. У меня прям кожа, знаете, если ко мне прикоснуться, вы почувствуете, что я горяч. И на мне этот аромат сидит, ну, я не знаю, ну, с утра до вечера точно сидит. И если он попадает на одежду, он сидит на одежде до стирки, а то и после стирки его можно унюхать. Он невероятно красив. Название говорит само за себя. Это аромат про пачули. И здесь одни из самых красивых пачули в парфюмерии, которые я, конечно же, пробовал. Я уверен, что я много какие пачули не пробовал. Но вот из тех, что я пробовал, это одни из самых невероятно красивых по своему звучанию пачули. Они переливаются, они разные грани показывают. Они то немножко влажные, то становятся абсолютно сухими. Они то подвально такие шершавые, то превращаются в пачули шоколадные с таким каким-то ягодным оттенком. Это очень красивый аромат, он дорогой, он такой, не побоюсь этого заезженного слова, статусный. Он прям такой, но дорогой. Дорогой, красивый аромат. Аромат роскоши и богатства. Ребят, я понимаю, что эти слова дурацкие, и они прямо штампами являются, но вот это именно те слова, которые хочется в адрес этого аромата говорить. Patchouli Absolute, Tom Ford, огромная стойкость, невероятно красивый шлейф. Рекомендую, если вдруг увидите его, пробуйте, и если нравится, сразу покупайте, не думая. Следующий аромат. Аромат, который может вас убить. Если вдруг вы не рассчитаете количество нанесений, он прям убьет и вас, и тех, кто вас окружает. Это Bois Imperial от Essential Parfum. Небольшая пауза, в которой я хочу сказать спасибо своим партнерам. Этот ролик создается при содействии
интернет-магазина «Рандеву», моих на данный момент уже хороших друзей, с которыми мы так тепло общаемся, прям вот по-дружески, по-товарищески. Rendezvous.ru – магазин оригинальной парфюмерии. Не сомневайтесь, там только оригинальная парфюмерия. Можно платить не сразу, а частями, разделив платеж на 4 равные части и выплачивая раз в 2 недели 1/4 от той суммы, на которую вы накупите своих парфюмерных хотелок. Если вдруг в вашей корзине будет товара на сумму 2500 рублей и больше, применяйте мой промокод, и тогда, даже если в корзине есть товары по акции, по спеццене, какие угодно, но если сумма больше, чем 2500 рублей, по моему промокоду отнимется еще 10%. Rendezvous, спасибо за партнерство. Друзья, спасибо вам, что доверяете rendezvous.ru. Essential Parfum, Bois Imperial. Кстати, все ссылки на ароматы, если эти ароматы есть на Rendezvous, я оставлю в инфобоксе, сможете перейти и поинтересоваться ценами. Это, ребята, творение Квентина Биша, парфюмера, который на данный момент, по моему скромному мнению, является одним из самых таких хайповых парфюмеров, одним из самых востребованных парфюмером, который создает прямо хит за хитом. Мне прям кажется, что сейчас он на волне. И эта штука, конечно же, где-то в направлении Ганимеда. Но если проводить параллельный затест, то разница тоже будет уловима. Но по настроению, по направлению, это вот где-то в одну сторону. Чем пахнет этот аромат? Ребят, заглянув в пирамиду, создается картина совсем не такая, как на самом деле этот аромат звучит. Его многие описывают совершенно по-разному, прям диаметрально противоположно. Я его слышу как аромат чего-то, что в жизни не встречается, но максимально близкий, вот аналог того, что в жизни все-таки можно встретить, это глянцевый красивый журнал. Этот аромат прямо пахнет глянцевым журналом. Он пахнет чем-то неестественным, но это вот неестественное хочется улавливать носом, потому что это неестественное, то, чего не встретишь в жизни, приятно. Но вот самая главная ассоциация, да, это глянцевый журнал. Этот аромат объемен, он обращает на себя внимание, он очень комплементарен, он невероятно стойкий, и если, я повторюсь, переборщить с нанесением, он вас начнет утомлять. Но если сделать, быть может, даже распыление в воздух и в это в облако войти, то даже в этом случае вы будете слышать от себя этот аромат весь день, и шлейф от него будет заметный. И поверьте, на него будут обращать внимание. Этот аромат, между нами говоря, является локомотивом продаж у марки Essential Parfum. Как я некрасиво произнес это название, что-то губы заплелись, давайте еще раз. У марки Essential Parfum. И этот аромат является локомотивом продаж, ну я не знаю, во всех местах, где он продается. Честное слово, он затмит другие ароматы, а преимущество этого аромата, помимо того, что у него гениальный шлейф и стойкость, в красоте композиции и в том, что он весьма вменяемых денег стоит. Следующий аромат, ребята. Я обожаю этот аромат. В тот момент, когда классический вариант One Million, самый первый аромат с названием One Million, покорял рынок парфюмерии, покорял сердца любителей парфюмерии. Он с одной стороны, я сейчас говорю про первый аромат, он с одной стороны сделал себе имя, с другой стороны его популярность ему же и навредила, потому что сейчас вот на эту линейку как-то косо смотрят и считают ее чем-то пошлым, считают ее чем-то таким вот цыганщиной какой-то. Ребята, между прочим, самый первый аромат One Million входит в сотню выдающихся ароматов мира. Представляете? В сотню он входит. Но я в руках сейчас держу то, что называется Privé. Опять же, увидите, покупайте. Ну или во всяком случае пробуйте. На мой взгляд, это если не лучший, то один из лучших ароматов в этой линейке. У него потрясающая стойкость. Все ароматы, которые я сегодня показываю, они прям 10 из 10 и по стойкости, и по шлейфу. Поэтому я даже на этом моменте останавливаться больше не буду. Это стойкие шлейфовые ароматы.
Этот аромат, на мой взгляд, является самым красивым в линейке One Million. Он пахнет пряно, он пахнет табачно. На мой нос здесь есть какие-то алкогольные оттенки. В нем есть умеренная корица. И все вместе это создает такой уютный шлейф, такое уютное звучание, такое согревающее, такое красивое. Этот аромат хочется прямо вдыхать носом. В нем хочется купаться, в нем хочется находиться и им хочется обладать. Я, кстати, его приобретал именно на рандеву по совершенно нескромной цене, ребята, но я сам виноват, что я проворонил, когда его можно было купить в рознице по цене весьма демократичной. Я проворонил этот момент. И я отдавал себе отчет в том, что я за него плачу прям дорого, но я, опять же, отдавал себе отчет в том, что я этот аромат хочу. Очень классная вещь, обязательно попробуйте. А если есть те, кто его уже пробовал и знает, напишите в комментариях, что я сказал сейчас чистую правду. И это один из лучших ароматов в этой линейке, если не самый лучший. Следующий аромат, ребята, это относительная новинка. И я был просто под впечатлением от того, насколько это стойкая, насколько это бесконечно стойкая вещь, насколько это громкая вещь. И, кстати, ее тоже создавал Квентин Биш. Кензо Ом. А в концентрации туалетная вода, но с приставкой Intense. Не пытайтесь в этом аромате найти какой-то традиционный свежак, который мы обычно представляем себе в голове, когда слышим свежак от Кензо. Это что-то монструозное, ребята. Этот аромат пахнет, с одной стороны, каким-то рассольчиком. Вот что-то такое от солененьких огурцов в нем есть. Но это приятно. Я не буду сегодня касаться особо нот, я буду говорить о настроении. Но вот эти вот соленые огурцы, вот эта вот рассольность, она приятна. С другой стороны, в этом аромате есть тоже что-то от глянцевых журналов. С третьей стороны, в этом аромате улавливаются и какие-то морские ноты. Но это море такое суровое, темное, соленое, быть может, такое предштормовое. Вещь, ребята, очень интересная. Упаси вас Бог купить это вслепую, это будет прям великий риск, потому что аромат неоднозначный. Но то, что он обращает на себя внимание, и то, что он с невероятной стойкостью и с потрясающим шлейфом, уж поверьте мне, это так. И мне, кстати, это звучание нравится, но часто носить я его не могу. Я еще, знаете, думал, купить мне самый большой объем или все-таки там средний. Или маленький. Я остановился на среднем, хотя было желание купить большой. И подумал, когда начал им пользоваться, что мне и самого маленького объема бы хватило вот так. Потому что такая стойкость, такой шлейф, никогда такого не было у Кензо, на мой взгляд. Никогда. Следующий аромат, ребята. Это один из моих любимых ароматов. Это просто такой красавец. Но он прям такой хороший, хотя многие его не понимают, и совершенно напрасно, потому что это класснючая вещь. Cartier Lenvol. Это в концентрации туалетная вода, но у меня есть в концентрации парфюмированная вода, но в туалетке мне нравится больше. Ребята, здесь сначала я хочу уделить внимание красоте флакона. Это просто что-то очень здоровское. Как-то сейчас я без особого пафоса сказал, но, надеюсь, искра в моих глазах говорит о том, что я действительно в полном восторге от того, как выполнен этот флакон. Он тяжеленный, безупречного качества стекло, толстенное дно, вообще ни к чему не прикопаться, абсолютно. Ни крышки, хотя она пластиковая, но создает ощущение, что это все-таки какой-то металл, но это пластик. Но сделано все безупречно. Ни к тому, как это все вращается, ни к тому, как это все распыляется. Это прямо хочется поставить и какое-то время любоваться тем, как этот флакон безупречно красив. Что касается аромата, друзья, я никогда не подозревал, что он настолько стойкий и шлейфовый. И не подозревал я это до тех пор, пока люди, когда я в этом аромате,
не стали мне говорить: «Слушай, как громко звучит твой аромат, ты как-то переборщил с нанесением». А я, знаете, считая этот аромат не самым шлейфовым и не самым стойким, делал, ну там, 3 на себя распыления, 4. После этих случаев я стал ограничиваться одним распылением. И одного распыления хватает, чтобы слышать от себя этот аромат весь день. Если попадет на одежду несколько дней, ну, мы переоденемся, конечно, но так было бы несколько дней, и шлейф от него такой, что люди на расстоянии 1,5-2 метров от вас будут этот аромат улавливать. Это один из красивых медовых ароматов. И мед здесь чистый, мед здесь светлый, мед здесь наполнен кислородом, воздухом, прозрачностью. А еще в этом аромате слышится мне светлая, чистая, сухая древесина. И вот это сочетание чистой, светлой и сухой древесины с таким же чистым, светлым, прозрачным, воздушным медом создает поистине великолепную картину. И я в большом восторге от этого аромата. Ребят, я сегодня, быть может, немного сглатываю какие-то слова. Просто сейчас уже 2 час ночи. Я сегодня безумно устал, но почувствовал вот прямо сейчас какой-то запал записать для вас этот ролик. Поэтому, если вдруг что-то не так идет, вы меня простите. Лайком поддержите, комментарием поддержите, подпиской поддержите. В общем, вы знаете, что делать. Следующий аромат. Давайте я вам покажу еще один медовый аромат. У нас сегодня медовых ароматов 2. Это, конечно, уже штука прям дорогая. Хотя и эта тоже дорогая, но это прям штука дорогая. Это Kilian Gold Knight. Золотой рыцарь. Ребята, этот аромат может напугать своим напором и какой-то такой концентрацией. Кажется, что он сильно густой. Кажется, вот поставь в него ложку, да, и ложка будет стоять. И одно время меня этот аромат вот этим пугал, и я его редко носил. Мне казалось, что этот аромат на какие-то невероятные холода, иначе он придушит. Но я очень сильно заблуждался. Однажды я надел на себя этот аромат, когда была жара, мне захотелось поэкспериментировать. И он безумно красиво раскрылся в жару. Он так красиво раскрылся в жару. У него был такой потрясающий красивый шлейф, которым, ну, не налюбоваться. Настолько этот шлейф был красив. И с тех пор я периодически ношу этот аромат в жару. Но и зимой, или осенью он тоже звучит прекрасно. И в трескучий мороз, и в какую-то влажную, дождливую погоду осенью он всегда звучит замечательно, но каждый раз по-разному. Это аромат тоже медовый. И основная нота здесь – это нота меда. Если я не ошибаюсь, здесь есть что-то и вроде пачули, возможно, даже в этом аромате есть, возможно, даже в нем есть роза. Я, ребят, перед записью ролика не смотрел пирамиды, не пытался вспомнить. Просто для меня это один из самых красивых медовых ароматов. И вот здесь мед уже прям такой тягучий. Если здесь мед прозрачный, воздушный, кислородом наполненный, то здесь мед густой, тягучий, цвета такого, знаете, янтаря, а то, быть может, даже и темнее. И разогреваясь на коже, этот мед невероятно красиво звучит. Шлейф будет такой, что на вас будут оборачиваться. Стойкость будет такая, что этого флакона вам хватит на, не знаю, на 2 жизни. Следующий аромат, очень хорошая вещь, очень красивая, прям... Золотой рыцарь – это один из лучших ароматов у Kilian, на мой, опять же, взгляд. И я очень рад, что он у меня есть. Следующий аромат, ребята, давайте немножечко в бюджет теперь. Это Salvatore Ferragamo Uomo Signature. Ребят, не будьте снобами, пожалуйста. Обращайте внимание на ароматы недорогие. Почему-то, когда заходит речь о таких марках, как Salvatore Ferragamo, например,
Многие считают, что это что-то такое совсем недорогое, на что не нужно обращать внимание, потому что там какие-то совсем простачки, ароматы не для нас, увлеченных парфюмерией. Конкретно вот этот аромат, он себя неоднократно показал с самой прекрасной стороны. Этот аромат, он сладкий, он густой, он про кофе и кожу. И для меня он, вот если расставлять акценты, в первую очередь кожаный аромат, во вторую очередь сладкий аромат, и в третью очередь это аромат кофейный. И если вы переборщите с нанесением, он будет вас душить и вот этой липкостью вам надоедать. Но если вы экспериментальным путем найдете то количество нанесений, которое будет подходить вам, то вы в течение дня получите большое удовольствие от того, как вы будете наблюдать за раскрытием этого аромата, а он нелинейный. В отличие от Uomo, который пахнет тирамису, вот тот достаточно линейный, на мой взгляд. А вот этот нелинейный, он с раскрытием, он с переливами, он с игрой. Сначала он более сладкий, потом он становится более в кожаную сторону, потом он начинает показывать свои кофейные какие-то оттенки. Он очень красив. А летом мне он нравится не особо, а вот в какую-то прохладно-влажную погоду он очень красив. И зимой он очень красив. И он сидит на коже долго, на одежде он сидит всегда, пока вы не постираете. И он весьма-весьма симпатичен в шлейфе. Поэтому не проходите мимо этого аромата, обязательно его затестите. Но помните, переборщили, он может вас от себя отвернуть. Надо вот найти ту самую золотую середину, для каждого она своя, которая вас заставит, та самая золотая середина, в этот аромат влюбиться. Я думаю, что, конечно, не все, но многие этот аромат оценят. Следующий. Следующий аромат, ребята, это скандаль. В туалетной воде, между прочим. Я всегда, когда показываю этот аромат, рассказываю одну и ту же историю. Когда я получил этот флакон, когда он мне пришел, я распаковал посылку, я нанес этот аромат на блоттер и взял этот блоттер с собой. Я куда-то пошел по делам. Вернувшись домой, у меня вот от того места, где я сейчас записываю, до входной двери, ну, ребят, ну, наверное, 5 метров. Я открыл входную дверь, и я почувствовал волну этого аромата. Это было одно распыление. Он бесконечно диффузный, он невероятно шлейфовый. И он точно такой же стойкий. Одно-два распыления с вами на весь день. Одно-два распыления этот аромат от вас слышат окружающие. Невзирая на то, что он вышел в линейке мужской, я вас уверяю, его могут носить и женщины. Это абсолютнейший унисекс. Более того, я знаю женщин, которые этот аромат носят и будут с пеной у рта доказывать, что нет, он не только мужской, он и нам подходит, и мы и вам его не отдадим. Или во всяком случае, делитесь с нами этим ароматом, мужчины, будут говорить эти женщины. Это один из самых красивых ароматов про мягкую карамель. Вдыхая этот аромат, прямо вспоминаешь те самые карамельные реки. Какие там реки были? Кисельные реки, карамельные берега. Но вот здесь вот карамельные реки, бабатанковые берега. Если ищете аромат про карамель, про мягкую карамель, про красивую карамель, вот вам вот сюда. Это очень красивая, мягкая, тягучая карамель. Следующий аромат, предпоследний. Между прочим, у него очень высокий рейтинг на фрагрантике. Но за этот аромат меня многие прям прокляли. А многие написали мне большое спасибо и купили второй флакон. Это один из самых неоднозначных ароматов в этой подборке. Вот неоднозначный. Но этот по неоднозначности, ребята, положит вот этот вот прям на лопатки. Расази, шухра, мужская версия. Есть люди, которым он настолько не понравился, что они тут же побежали мыться.
Они принимали душ, они мылись-мылись мочалками, они терлись-терлись мочалками с мылом, а потом писали мне гневные комментарии. «Мы не можем отмыть этот аромат, даже когда мы моемся мочалками. Что это вообще за такое?» Ребята, это вещь, к которой нужно подойти и хотя бы понимать, как она пахнет. Загляните в пирамиду, увидите, представите себе не совсем то, чем является этот аромат на самом деле. Но опять же, я вам сейчас расскажу, как я его слышу. Это будет мое восприятие. Мне этот аромат звучит с превалирующей нотой жасмина. Причем здесь жасмин, такой, знаете, жасмин, который окунули в пепельницу, где лежал слегка влажный пепел. Вот когда я сейчас это описываю, мне почему-то в голову приходит аромат от Etat Liber d'Orange, жасмин и сигареты. Может быть, кстати, они чем-то пересекаются. Я вот не помню, как звучит жасмин и сигареты, но вот здесь тоже жасмин и сигареты. Плюс ко всему, здесь есть какие-то такие жасмин тоже цветок, но какие-то другие цветы, цветочно такие влажные моменты. Здесь чувствуются какие-то немного, на мой нос, кожаные моменты. А еще мне он по настроению чем-то пересекается с ароматом от Nasomato Nudiflorum. Мне очень трудно описывать этот аромат, потому что, ну, для меня это все-таки в первую очередь жасмин, быть может, немножко розы. Это такой влажный пепел, влажные такие сигареты. Вот как-то так. И цветочные моменты. Но некоторые говорят, что этот аромат пахнет, я не знаю, например, помойками. Я слышал и такой отзыв. Для меня здесь нет никаких абсолютно помоек. И если вы почитаете отзывы на Фрагрантике на этот аромат, вы увидите там упоминание меня, и одни люди говорят о том, что это классный аромат, а другие говорят: мы послушали лысого блогера, хочется его убить. Вот. Но слава богу, мы живем в разных городах, и я пока жив. Ну и я думаю, что с тех пор у них уже тоже эмоции поутихли. Один из ароматов, который на меня произвел в свое время очень сильное впечатление, и я неистово рекомендовал этот аромат, и это аромат с невероятной, не верьте никому, кто говорит обратное, у этого аромата невероятная стойкость и невероятный шлейф. Возможно, мне повезло так, потому что я купил из первых партий, но мне кажется, что его никак не переформулировали. Moschino сделали какую-то, не знаю, мини-революцию в рамках своей собственной марки. И если Moschino всегда, вот не так сейчас скажу, те ароматы у Moschino, которые я пробовал, они были эпатажны по подаче. У них всегда какие-то необычные флаконы, у них всегда какой-то такой непонятный дизайн, но ароматы при этом очень понятные, простые, легко принимаемые. Это был из тех, что я пробовал, аромат, который меня прямо вот как будто бы на меня ушат холодной воды вылили. Вот он настолько меня встрепенул. Это действительно, как принято говорить, ниша в недорогом люксовом сегменте. Залей содержимое этого флакона во флакон какой-нибудь нишевой марки, да еще понтовой, никто вообще не выкажет никаких претензий, потому что это звучит действительно отнюдь не по-люксовому. Для меня этот аромат звучит шершавенько розовым звучанием. Это аромат про розу, причем роза такая немножко... Знаете, какая роза? Вот такие розы, которые ты... аромат которых ты чувствуешь, когда заходишь в цветочный магазин, вот в то отделение, где цветы стоят, за закрытыми дверями, где работает кондиционер и повышенная влажность. Вот какая-то такая роза, но только с кислинкой. Вот если взять ту розу из магазина и добавить кислинки, получится этот аромат для меня. Кто-то здесь слышит отголоски киселя. Быть может, так оно и есть, когда... Я вспоминаю ассоциации людей, которые здесь слышат кисель, роза с киселем. Я этот кисель здесь тоже могу уловить, но для меня этот кисель очень приятен. А кто-то этот аромат ощущает как не розу, а шиповник. На мой взгляд, это тоже неплохо. А есть люди, которые просто этот аромат не принимают. Из минусов. Он звучит достаточно линейно. Раскрытия в нем особо я лично не наблюдаю. Но
так как мне нравится его звучание, меня эта линейность не утомляет. На мне он бесконечно долго живет, на одежде он живет вообще со знаком бесконечности, положенная на бок восьмерка. А по шлейфу он тоже заметен. Если я на себя этот аромат наношу там, 3-4 пшика, а я почему-то с ним немножко вот в такой овердоз люблю играть, то люди, находящиеся на расстоянии 2-3 метров, будут этот аромат замечать. Мои знакомые, которым я все уши прожужжал о том, когда он вышел, насколько меня этот аромат впечатлил, слышали с меня этот аромат вот за 3 метра. Они говорили: а, ты в медведе сегодня? Я говорил: в медведе, ну понятно все. Ребят, и самое классное, что вы можете его попробовать, в общем-то, без особых напрягов. Спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик. Я оставлю все ссылки в описании. Большое спасибо Рандеву еще раз за партнерство. Используйте мой промокод, если будете что-то на Рандеву покупать. На покупке от 2500 рублей скидка 10%. Пишите, нужен ли еще один такой ролик. Все, я в душ и на боковую. Не знаю, когда вы это смотрите. В общем, пусть у вас все будет классно, вне зависимости от того, в какое время суток, года, месяца вы это посмотрели. Пока!